И всем привет, ребят, с вами Мистер Ванька, сегодня записываю новый ролик на одном из видеороликов, в котором я открывал контейнеры на многих старых аккаунтах, сдувал пыль. Вы проявили нереальнейшую активность, дабы я записал видеоролик на своем первом без доната. Этот аккаунт, на котором я уже не играю где-то на протяжении целого года, может даже больше. Он лежал у меня, как вы знаете, в игре у нас произошло обновление с МК-7 вооружением, да, то есть произошла смена у нас М3, М4 на МК7, МК8. И, соответственно, на этом аккаунте для меня было новостью, что здесь появилось такое всякое интересное, замечательное вооружение. Поэтому сегодня записываем видеоролик по данному аккаунту, сыграем пару интересных, замечательных боев, посмотрим, что у нас из этого получится. Ну и если вам интересен данный аккаунт, если вы хотите больше видеть видеороликов, связанных с данным интересным аккаунтом, с аккаунтом без доната. Это первый мой полноценный аккаунт без доната, который у нас был, да, если не считать там моих основ, да, и тот аккаунт, на котором я сейчас играю, то это один единственный аккаунт, на который на данный период времени не вложено вообще ничего, ни на какие там боевые пропуски, ни на что вообще, по сути, ни копейки, ноль. В общем, просто ноль вложено. И скатаем, я, честно говоря, даже не знаю, что здесь может получиться. Если вам зайдет, прожимаем лайк, 200 лайков набирается, новый видеоролик с бездонатом выходит. Не набирается, значит, забываем про аккаунт, и лежит он так же, как он и лежал все последнее время. Короче, я не знаю, на чем мы сегодня будем катать, но здесь у нас имеется Гром и Фриз. Да, в комментариях можете написать, что бы вы хотели вообще видеть, что вы хотите, чтобы я бы прокачивал в дальнейшем. МК-7 Диктатор, МК-7 Гром и Фриз. Одну из этих пушек надо выкачивать на МК-8, на Капитане. Такое вооружение очень достойное. Плюс вы видите тут резисты по 26, 26, 26, 25, 26. Ну, короче, грубо говоря, М2 резисты здесь имеются в большом приоритете. И поэтому посмотрим вообще, что у нас получится. Возьмем резист от грома, от рельсы. И от чего, я не знаю, что там катает. Ну, джига, ладно, пусть будет джига. Возьмем, пойдем сыграем, наверное, сегодня одну катку в джиггернауте. Одену сразу диктатор, гром пусть будет. И одну катку сыграем в захвате флага. Заодно и выполним все эти заданки, если у нас получится все это делать. Сделать за данный видеоролик, за две полноценных катки, то будет довольно-таки неплохо. Хотел сказать, что начинаем мы с джиггернаута. На самом деле пикнул в захват флага. Ну ладно, уже перепикивать не буду. Сыграем катку, посмотрим, что из этого получится. На дико громе, честно говоря, не играл давным-давно. Но здесь полноценно еще имеется фул прокачанный дрон, если я не ошибаюсь, да? У меня здесь штурмовик имеется, поэтому посмотрим, что у нас из этого вообще будет здесь получаться. Тиммейты какие-то жесткие попались, любимки какие-то, в пати игроки играют, я так понимаю. Поэтому посмотрим. Погвозим флажки, за счет диктатора можно еще и дополнительно, к слову, опыт позарабатывать. Кстати, ваншоты вообще тут с громом бывают. О, нифига себе, ваншот был интересный. Вот это за резиста ваншота точно быть не может. Ну и диктатор, я бы не сказал, что он даже медленно едет. Я, честно говоря, думал, что он сейчас едет вообще как корыто, которое не двигается абсолютно никак. Но тут, я смотрю, передвигается довольно-таки неплохо. Корпус есть уже овердрайв, который можно будет прожать тиммейтам. Поскольку сейчас, к слову, опыта дают за каждое прожатие овердрайва, я даже, честно говоря, не помню. Давало раньше по 50, да? Сейчас дает вроде по 25. Ну, халявный опыт — это всегда круто. Главное раздать его на как можно больше тиммейтов. О, давай-давай-давай, друг-друг, подъедь, дружане. Подъедь, ну, любимка. Блин, не затянулся. Ну ладно. Чуть опыта подформил, и на этом спасибо, как говорится. Надеюсь, что там до двух этих гибаторов я достал. Плюс один килл зачетный. Плюс бомбочка от противника. Для меня данное вооружение вообще является немножечко непривычным. На громе я вообще не знаю, сколько времени не играл. Как и на диктаторе. Ну ладно. Не в этом суть. Интересное, замечательное вооружение. К слову, на котором я давным-давно не катал. Оп, дашечку прожимаем. К слову, мой дрон тоже хорошо, эффективно работает. Правда, у меня здесь батареек очень мало. Всего лишь 180 батареек на этом аккаунте имеется. Прожмем овер на двух тиммейтов. Дополнительный опыт заработаем. Уже 280 опыта за 2 минуты. Нифига себе.
Может, какой косарь можно было бы даже набить, если бы я не таскал полноценно. Овер копится, фармится. О, голдик падает, к слову. На индикаторе можно и голдик половить. Если меня сейчас сольют, попробуем голдик поймать. Кристаллы на этом аккаунте, я уверен, что будут нужны. Поэтому давайте пробуем, что у нас тут. Косаречек летит. Как я давно на дикие голды не ловил. Диктатор и голд это... Ладно, половил я, короче, голд. Понял, принял, обработал, как говорится. Получилось просто великолепно. Меня прям просто расфокусили, как нубасика. В общем, ничего нового, ничего интересного. Так, после килла сразу расходка у меня появилась. Прикольно. Я даже, честно, забыл, как работает сейчас штурмовик. Но, по идее, после килла должна продлеваться расходка, правильно? Раньше работало все именно так. Как сейчас работает, я не знаю. По идее, наверное, также примерно и работает все это дело. Штурмовик уже в последнее время не является тем самым дроном, на котором на постоянной основе можно играть, нежели это было раньше. Раньше это был очень актуальный, очень интересный, замечательный дрон, который был у меня, к слову, самый первый прокачанный на моем основном аккаунте. Сейчас же данный дрон уже является неактуальным, его тоже занерфили. Появились новые интересные дроны, всякие защитники, шматщитники, бустеры. И данный дрон ушел на нет и уже перестал быть актуальным, как уже, я не знаю, может там полгода назад, может больше. Но на диктаторе нарочку можно так и довольно эффективно раздавать и фармить с этого опыт. Если раньше это можно было делать в большом количестве, то сейчас в чуть меньшем, но в общем и целом все равно получается довольно неплохо. 40 тысяч урона набил закатку. Это тоже круто. Ну и пойдем сыграем теперь в Джиггернауте. Посмотрим, как вообще Джиггернаут себя покажет. На М3 получается выражение полноценном. Да, я не могу говорить эти МК-7. Мне оно не очень сильно заходит и нравится. Пикнемся в новую катку. Там была уже начатая 4 минуты до конца. Если получится пикнуть в новую, будет вообще замечательно. Если не получится, то ну сыграем то, что будет. Но я хотел бы сыграть все-таки на Джиггернауте. Эта катка тоже у нас не джиггернаутовская. Попробуем еще раз перепикнуть. Последний раз. Да-да, нет-нет. Может быть, все-таки что-то годненькое нам упадет. Сейчас все-таки у нас все ребята ловят золотые ящики. Поэтому в большом количестве режима джиггернаута, я думаю, что нету. Но если мне так долго не пикает, скорее всего, меня хочет подпикнуть в новую катку. И это очень-очень хорошо. Мы сможем полноценно рассмотреть М3 вооружение. Но нет, не пикает меня все-таки в новую. Поэтому тогда мы что мы можем взять? Мы можем взять дикофриз. Дикофриз мы можем взять. Или на громе попробовать слить джиггернаута. Но я не солю на громе. На громе джиггернаута сливать довольно сложно. Карта, конечно, большая. Но на громе вряд ли мне что-то здесь получится. Тут очень личный сплэш. Можно чисто покидать по противнику. Подождать, может, тайминга какого-то, чтобы забрать джиггернаута. Но если уж не пикает меня, это, конечно, плохо. Плохо, плохо. Но что я могу с этим поделать, друзья? Ничего я с этим не могу поделать. Если уж не пикает на джиггернаута, я же не буду сейчас сидеть минут 5 там перепикивать, дабы получить этот самый замечательный джиггернаут. Она не будет так интересна ни вам, ни мне. А вот покидать дополнительный урон и выполнить задание, это мы вместе с вами, конечно же, можем сделать. При том раскладе, то что надо там прожать всего лишь 10 еще ДДшечек. И в этом самом джиггернаутике еще получить чуть-чуть кристалликов. Ну, играем, как всегда, на первое место. Играем на первое место, играем на победку. Попробуем выиграть. Не знаю, что мне из этого получится. Выйдет, не выйдет. Может, лучше все-таки переодеться. Дико гром. Поменять на что мы можем. Ну, взять фриза. С васпиком. Васпа фриз. Давайте васпа фриз возьмем. Попробуем. Не знаю, получится у меня. Васп здесь получается МК... 6, это значит М2. М2 качественная М2 или как это? Я не знаю, как это расценить. Короче, это М2. Грубо говоря, это просто М2, которая типа чуть-чуть отличается. М2 прокачанная. Будем считать так. Не знаю, сумею ли я достать до вражеского джаггера, заморозить его, например, и за счет бомбочки все это дело реализовать. Но, по крайней мере, попробуем.
Получится, не получится. Сразу я знаю, что мне на этот аккаунт нужно будет покупать резист от Вулкана. Если здесь резист от Грома и Рельса имеется, это, конечно, круто. Но Вулкан здесь кошмарит на этих званиях прям нереально жестко. Блин, опять я прожимал ДДшку. И тут же прожимал ДАшку. А ДАшку-то сходу я прожать никак не смогу. Таким образом я могу прожать сходу ДАшку, если у меня... Нету дрона-защитника. У меня всего лишь штурмовик, который мне не дает сделать такую возможность. Но вот овера уже 65%. Это значит, что совсем скоро можно уже будет влетать. Лучше бы я, конечно, на громе оставался и кидал бы просто урон по противнику. Но тогда я бы никогда бы не слил бы джиггернаута. А с этим замечательным вооружением попытаться слить джиггернаута все-таки можно. Если мне еще будет помогать какой-нибудь тиммейт, будет вообще просто великолепно. Джиггернаут, правда, убегает от меня. Урон не накидываю я. И я опять улетаю на респ. Ужас, короче. Просто ужас. Наш джаггер сидит, просто сейвится. 16 к нулю идет. Хотя, ну, мы, по сути, выигрываем по счету. И осуждать и говорить, что он рак, я тоже не могу. Мы выигрываем, значит, игрок делает все правильно. Он имеет право полноценно играть именно так. А вот я, в свою очередь, пока что до сих пор не могу никак подобраться к вражескому джиггернауту полноценно. Максимально близко. И накинуть урон не могу вообще никак. То есть меня фокусит вулкан, меня фокусит какая-то там рельса, но все равно этот вулкан мне не дает вообще проходу, да. То есть если с рельсой я бы мог бы еще как-то справиться, мог бы ей полноценно накидать еще дополнительного урона, то вот с этим молодым человеком у меня вообще просто беда. Он меня начинает зажимать. О, кстати, хороший момент. Если сейчас еще... О, блин, хорошо, 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 морозим. Бомбочка. Давай, 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 давай. Пошел, пошел, пошел. Хорош! Блин, можно было даже, наверное, чуть в другую сторону поставить бомбу, и тогда бы этих всех игроков бы я тоже зацепил бы. Скорее всего, бы их всех бы тоже слило. Они сумели немножко откатиться, поэтому бомбочка нанесла не столь большое количество урона. Ну ладно, не суть важно. Сейчас постараемся все равно все это дело изменить. Уже 30% нового овера имеется. Я сейчас влечу. Попытаюсь раздамажить джаггера, потому что он уже свой овер прожал. Блин, опять я ДД прожал вместо ДАшки. Хотел ДАшку прожимать. Блин, ну фриз, конечно, очень крутой. Если я с этим фризом бы еще бы имел бы викинга себе фулкачного, я бы мог бы такое количество урона бы по противнику наносить. Вы себе представить не можете. Опять у него овер. А как у него так быстро овердрайв? А, диктатор, наверное, раздал. Диктатор овердрайв ему раздал. Обидно. А ведь это мог бы быть мой фраг. Ведь я мог его слить, если честно. Так, там кто-то наносит очень много урона. Это значит, что у джаггера сейчас уже очень мало хп. А если у него мало хп, то что мы делаем, друзья? Мы просто влетаем. Просто по красоточке улетаем. И пытаемся его слить. Пытаемся слить, 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 слить. Бомбочка. Бомбочка пошла. Отлично. Ну и пока. Есть! 4000 дополнительного урона. Джаггернаута мы выносим. И столь... Долгое ожидание и столь долгий труд остался замеченным. Я очень этому рад. Я рад тому, что я все-таки сумел его одолеть, этого самого джиггернаута. На вас по фризе я тоже давно не катал. Но это такое уже более фановое, но интересное вооружение, которое можно будет тоже правильно реализовывать. Если тут, например, даже выкачать еще и васпика до М... 7 получается, да, это до... А вообще могу так сделать, интересно? Или он с какого звания? А, нет, я так не смогу сделать, да. С маршала открывается, было что, ничего себе. Надо было просто васпика выкачивать. Тогда, может быть, у меня была бы возможность дополнительная. Ладно, я поставлю вам, молодые люди, бомбочку. Дабы... А, вам жизнь малиной не казалась, я хотел сказать, но все-таки бомбочкой не смог их слить. Но, в общем и целом, как-то так, друзья. Я жду ваших комментариев по поводу того, что вы хотите вообще видеть, Гром или Фриз, да, какую пушку вы хотите больше видеть, какую вы пушку хотите, чтобы я прокачивал. Здесь, к слову, еще и Жига на 6 шагов качана, Твинс на 4 шага качан, да, то есть это все можно сделать МК-7, то есть М3 вооружение может быть и Твинс, и Жига, и Смока, не, Смока здесь не качан, Смока, извиняюсь, то есть Твинс и Жигу можно здесь повыкачивать, Фриз, Гром. Уже имеются полноценные М3, либо МК7, диктатор МК7, викинг здесь на 4 шага качан. То есть, если докачать его, то можно сделать тоже полноценный его МК7, да, либо М3, как вам удобно. Поэтому как-то так, друзья.
Как я уже сказал, если интересен данный аккаунт, если хотите его видеть, 200 лайков набираем на данном видеоролике. Не забывайте прожимать не только Лукас, но и колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, подписываться на канал. Ну а с вами был Мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.